Всем привет! Сегодня ты узнаешь о том, как и где получить Steam для наипрекраснейшей Лизы, а также про интересные награды. А еще о Genshin Drop, самый лучший сайт с прямодемами, дешевле, чем в официальном магазине. Все выводы делаются через официального партнера Genshin, Кудашуб. Каждый день проходят халявные раздачи на прямодемы и луны. Ссылка в закрепленном комментарии. Данное событие начнется с 31 января и продлится по 13 февраля. Для того, чтобы участвовать, у тебя должен быть 20 ранг приключений. Также тебе нужно выполнить задание Архонтов «Песнь о драконе свободе» и задание легенд Лизы «Песочные часы» первую главу. Кстати, подписывайся на мой телеграм-канал, чтобы не пропускать ограниченные промокоды и новости по Геншину, ссылка в описании. В самом ивенте тебе необходимо составить 3 отряда. Каждый день будет доступно новое испытание. Также в событии присутствует элемент связи. То есть, когда ты составляешь отряд, некоторые персонажи уже будут связаны и идут и в первый, и второй отряд. В событии тебе нужно побеждать врагов за определенное время и получать за это медальки. И уже на пятый день ты сможешь выкупить скин Лизы. Обязательно принимай участие, потому что потом скин будет платный. Не упусти эту возможность. Ну а также мы получим 420 прямодемов и другие награды. Пиши в комментарии, рад ли ты тому, что мы получим бесплатный скин. Подписывайся на канал Telegram. Всех люблю. Пока.